Здравствуйте, меня зовут Виктория. Вы смотрите прогноз погоды на 4 февраля. В Барнауле ночью минус 14, днем минус 7. В Белокурихе холоднее, ночью минус 20, днем минус 11. В Горно-Алтайске ночная температура минус 19, дневная минус 8. А теперь посмотрим, какая погода ожидается в нашем городе. В Бийске ясно, ночью минус 15, минус 17, днем минус 7, минус 9. Я очень люблю город, в котором я родилась, выросла и живу. Он родной и уютный, а наши бийчане самые лучшие. Хочу передать привет всем самым деятельным и активным жителям нашего города, которые создают разные проекты. Привет Ольге Пономаревой и Екатерине Ишковой. Бийск, будь активен, будь на позитиве, смотри ОТН.